Мы родились и выросли в Якутии. Мы очень любим свой родной край. Он знаменит многими известными спортсменами. Виктор Лебедев, Павел Пеникин, Роман Дмитрий. Вольная борьба у нас по-настоящему народный и любимый вид спорта. Поэтому мы и стали заниматься вольной борьбой. В Якутии для развития вольной борьбы у нас созданы все условия. В школах, вузах есть разные секции. Мы стали активно участвовать в соревнованиях. Подружились со многими ребятами из разных уголков страны. Поняли, какая у нас большая и многонациональная страна. И как здорово жить в ней и общаться с разными людьми. Настоящий человек. Против расизма и ненависти. Но самое главное, что все мы едины в своих мыслях жить счастливо. Любить свою родину и близких. Создавать что-то новое и хорошее. Достояние Якутии – здоровая, спортивная нация.